уже после возвращения из Ирландии это сильно наложило отпечаток на жанры. То есть до этого я писала музыку в свободном ритме, чаще всего свободными темпами. Этот тюн получился в жанре слип-джиги, что для меня очень типично. То есть это размером 9 восьмых, не совсем обычный слип-джиги. Называется он «Пожалуйста, возвращайся». Странный тюн. Странное название, немножко объясню. Так получилось, что я так проехал, я такой человек, который мне очень дорог, он уехал в командировку достаточно далеко, причем на другой конец света, представляете, да, разница 12 часов, значит, здесь день, там ночь, тут ночь, там день, полная. Ну, я вообще, на самом деле, не верю в существование стран, которые находятся так далеко, так что будем считать, что я даже не знаю. Если бы я была, не знаю, если бы мы жили в Средневеке, я бы сказала, что он уехал в страну пень. И на самом деле, когда он уезжал, он вообще, ну, уезжает, уезжает, мне свои дела успели переделать. Я думаю, нормально, расставание такая логичная вещь, почему бы нет. И вот он уехал. Я проснулась на следующее утро и поняла, что все, что это просто край, что я ничего не могу делать. Я не могу делать свои дела, я не могу заниматься музыкой, я не могу писать. Я просто ничего больше делать не могу. Я ходила по комнатам, по пустым комнатам. И думала, господи, возвращайся, ну возвращайся же скорее, так день прошел. Хорошо, идем дальше. Второй день прошел, тоже хорошо. Там смс-ками перекинулись, 12 часов, особенно не позвонишь, как тут день там ночь. Третий день. Я чувствовала, что даже потихоньку так крыша съезжает. Заставила себя заниматься музыкой. Зачем? Хоть какой-то способ отвлечься, и появился этот тюн.